Муравленковские предприниматели отметили свой профессиональный праздник. 26 мая в молодежном центре собрались лучшие представители бизнес-сообщества города. В торжественной обстановке им вручили почетные грамоты губернатора и администрации города, а также наградили победителей различных конкурсов. Подробности далее. Открывая торжественную часть мероприятия, глава администрации Александр Подорога отметил весомый вклад малого и среднего бизнеса в экономику города. Так, по итогам 2012 года на 16% возросли налоговые поступления в городскую казну. Но между тем власти озабочены тем, что в городе процветает торговля и очень низкий показатель по реальному сектору экономики. Муравленко нужны товары собственного производства. Александр Подорога предложил предпринимателям задуматься об этом направлении бизнеса и отметил, что администрация готова к диалогу. Хочу заверить, что действия администрации не направлены на то, чтобы ваш бизнес тем или иным образом как-то уменьшался, уменьшались его налоговые поступления. Нет, ни в коем случае. У нас есть вопросы, эти вопросы обсуждаются. Я приглашаю вас в сотрудничество, я приглашаю вас к диалогу. Я чистосердечно, искренне поздравляю вас с этим праздником. Пусть у вас будет хоть один день, когда вы сможете отдохнуть, это ваш день. День предпринимателя. С праздником вас! Но праздник есть праздник, и в этот день решено было забыть о работе и проблемах и наградить самых достойных представителей муравленковского бизнес-сообщества. Почетная грамота губернатора округа была вручена Ивану Семибратову в магазин «Купец». Благодарности главы региона получили Андрей Метельский, ООО «Алгоритм» и Александр Гриб, магазин «Виктория». Почетными грамотами администрации города наградили 4 человек. Благодарности получили 15 предпринимателей. Дипломами были награждены победители городского конкурса парикмахерского искусства и предприятия общественного питания и розничной торговли. Кроме этого, были подведены итоги конкурса «Общественное признание», которое провело местное отделение партии «Единая Россия» и «Народный контроль». Местное отделение партии «Единая Россия» организовывало конкурс для выявления и поддержки предпринимателей, реализующих продовольственные товары. И сегодня мы в честь вашего праздника как раз подводим итоги этого конкурса и проведем торжественную, приятную процедуру награждения. Первое место и общественное признание завоевал магазин «Молодежный» руководитель «Царай Тигаев». На втором месте предприниматель Роберт Маргиев, «Седьмой континент». И на третьем месте магазин «Афганец», предприниматель Салман Мурадов. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города.